А дальше проходим наш на тротуар. Ну что, мы готовы? Пока еще не готовы. Команда налево! Разобьемся. Не надо сюда двигаться назад. 10 шагов в сторону площади восстания. А, уважаемые друзья, давайте поддержим. Раз! Два! Четыре! Шесть! Восемь! Десять! Ура! Уважаемые музыканты, растягиваемся, да, идем ближе к Жиханне, потому что я надеюсь, мы ровно расположимся на Невском проспекте, сверху виднее, поверьте, сверху и слышно, чуть лучше, как раз займем вот эту часть Невского проспекта, на которой будет фиксироваться мировой рекорд. Вот так, хорошо. Отлично, Анна, остановитесь. Спасибо большое, Серёга. Если вам не сложно, будьте добры, заткните, пожалуйста, первый и второй ряд зрителей. Оставьте там самых ответственных, самых музыкальных. Мы это сделали. Отлично. Юрий, если вы нас слышите, мы помним, что вы находитесь на третьей вышке. Забудьте, пожалуйста, второй и третий ряд наших музыкантов также зрителей. Самые музыкальные, самые надежные, самые проверенные. Хотя, по-моему, я сейчас называю качество всех участников рекорда. Сергей, скажи, пожалуйста, кто будет фиксировать мировой рекорд? Фиксировать мировой рекорд и контролировать исполнение правил барабанного крещендо будет, конечно же, судья и рекорд Гиннесса, но мы ждем совсем-совсем скоро, он появится на Невском проспекте, пока, как вы сами понимаете, используем эти несколько минут для первого.